Готовим быструю пасту в томатном соусе. На легком масле обжариваем одну луковицу. Дальше чеснок. Обжариваем до прозрачности. Дальше добавляем томаты в собственном соку, шпинат или базилик и перемешиваем. Кладем соль, смесь перцев, орегано, базилик. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 20 минут. Дальше кладем сливочное масло, пармезан. Все хорошо перемешиваем и кладем отварные макароны пенне. Хорошо смешиваем макароны с соусом. И можно подавать в таком виде. Я подала ее с обжаренной курицей. Посыпаем пармезаном. Вот в таком виде можно подать это блюдо, а можно положить в емкость для выпекания, посыпать моцареллой и выпекать 15 минут. Быстрая паста готова. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.